30 домов в прошлом году и в 10 раз больше в этом. Североказахстанцы продолжают активно готовиться к встрече Нового года. На Урысме и Рамы в этот раз все вместе будут отмечать жители 300 домов, которые охватывают 47 дворов. Это инициатива главы области. Сейчас на площадках, где будут проходить народные гуляния, убирают мусор и старые деревья, подрезают кусты, вывозят снег. Горожане планируют отметить день весеннего равноденствия по всем правилам. Здесь главное богатый Дастархан. Деньги на организацию выделят из касс КСК, угощения принесут все желающие, помощь окажут спонсоры. Музыка, игры и конкурсы готовятся, и программа развлечений как для представителей старшего поколения, так и для детворы.